На площади у Дворца культуры «Комсомолец» прошел традиционный конкурс детских рисунков на асфальте «Смотри на мир ясными глазами». В нем приняли участие более 200 ребят из общеобразовательных школ и летних лагерей Старооскольского городского округа. Тема конкурса «Нет наркотикам». Поэтому самым главным во всех рисунках детей было сказать «да» здоровому образу жизни и «нет» пагубным привычкам. 26 числа будет проходить Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Мы уже проводим много лет этот конкурс рисунка. Видите, много ребят приходит каждый год, рисуют, высказывают свое мнение на эту тему. Мы вместе с ними говорим «нет» наркотикам. Мы хотим, чтобы не было этой беды никогда ни в нашей стране, ни вообще на нашей планете. Чтобы детство было поэтому хорошее, веселое, замечательное. И никогда наши дети не знали, что такое наркотики. Если вот у нас много будет, которых употребляют наркотики, то у нас станет слишком плохо. У нас улицы начнут загрязняться бутылками, пакетами. И везде будут валяться бычки. Детям интересно рисовать, а во-вторых, мы учимся, что наркотики – это вред. А почему они вред? Наркотики очень вредны для нашего организма. Они вызывают привыкание, и очень много людей умирают из-за наркотиков. Всех участников конкурса детских рисунков на асфальте «Смотри на мир ясными глазами» наградили почетными грамотами и сладкими призами.